Львов почти очистили от мусора. У тех, кто выбрасывал отходы в полях и лесах, грозят конфисковать имущество, продолжит наш корреспондент Галина Якушка. Конфисковать мусоровозы, которые накануне выбросили отходы вблизи села Староярычи во Львовской области, предложил сегодня львовский губернатор Олег Синютко. С таким заявлением он обратился к полицейским, мол, это единственный способ бороться с несанкционированной выгрузкой мусора, а еще обвинил садового в саботаже. Синютко напомнил, когда полномочия по организации вывоза мусора передали облгосадминистрации, КУГА перешло и управление коммунальной компанией «Спецкоммунтранс». Но чиновники львовской мэрии до сих пор не подписали документы о переплате. На превеликий жаль, після наших листів 20 липня міська рада ще раз поміняла умови ухвали. І я думаю, що це робиться все для того, щоб унеможливити вивіз твердих побутових відходів з території міста Львова. І я вбачаю в цьому саботаж зі сторони міської влади Львова. Міська влада Львова ставить заручниками львів'ян в силу своєї некомпетентності і неорганізованості. Областным чиновникам уже почти удалось очистить Львов от мусора. Переполненных баков в городе уже нет. Для нас уже больше вывозят. Один-два чисто по имзу у нас берут, люди приносят. Краще сейчас ситуация. Сміття вывозят потроху, да? Ну, не так, как раньше. У губернатора также пообещали, через 3 месяца запустят установку по сжиганию отходов. Правда, где она будет расположена, не сообщают, во избежание протестов. Галина Якушка, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львов.